Сегодняшний наш выпуск посвящен памяти как способности нашего мозга хранить, копить и воспроизводить информацию. Электростимуляция глубоких отделов мозга в определенный период сна улучшает консолидацию памяти. Ты уже, говорит, у меня был, это у тебя, значит, плохой гиппокамп. Гиппокамп – это известный центр памяти, но вот я категорически с этим, да, не соглашусь. Мы не можем сегодня говорить вообще о памяти. Можно будет обнаружить, что и это тоже оказалось очень важно. Овца приобрела эту память. Теперь мы знаем, что у нее есть такая нейронная группа. Память – это не связи. Это мы живем в активности наших нейронов. Я не считаю, что если человек забыл, что он там видел вчера, это такая уж большая проблема, если это не жизненно важно. Это мое личное мнение, частное. А из чего вообще состоит наш мозг?